эксклюзив на телеканале Shopping Show. Больше нигде бренд Neogen. Глубокое увлажнение, избавление от морщин, мощный лифтинг-эффект. А за счет чего? Давайте посмотрим. Мне вот интересная такая необычная упаковка, очень дорогая. Давайте заглянем вовнутрь. Я думаю, что вам тоже хотелось бы посмотреть. Итак, мы открываем наш крем от бренда Neogen, линейка Code 9 Black. И что мы видим? Черный цвет, неожиданно. Юнджуна, расскажите, поясните, почему так? Да, на самом деле у нашего крема 119 натуральных ингредиентов. 119 натуральных компонентов, ингредиентов. Да. Почему они, почему черного цвета основная и масса? Особенно из них 49 черных натуральных ингредиентов. Ага. Поэтому вот выглядит... 49 черного цвета. А какие здесь ингредиенты например, входят? Например, черный рис, черная соя. Черная соя. Японцы. Черные водоросли, черника. Так, все понятно теперь. Это же натуральный продукт, поэтому у него сохранен натуральный цвет продуктов, которые входят в состав. Отлично, мне нравится. Такая вот текстура гелевая. Абсолютный бестселлер корейская косметика. И ну, вот я знаю, Юнджун, что вы у нас уже были, привозили этот крем на апробацию. Давайте посмотрим ролик, как это было. Итак, внимание на экраны. Юнджун приехала к нам не с простыми руками. Она привезла крем линейки Code 9 от компании Neogen под названием Black Volume Cream. Наши женщины, наши модели попробовали крем, опробировали его и поделились с нами результатами. Как видите, результаты потрясающие. Девочкам нашим, женщинам нашим очень понравилась косметика корейского бренда Neogen. Я напоминаю, что бренд Neogen представлен эксклюзивно. То есть в России пока его нет нигде. Да. Ну и давайте уточним мнение у нашего эксперта, у нашего косметолога 17-летним стажем Татьяны Юшкиной. Я сама ждала появления этого эфира, потому что я приехала с отпуска, и кожа моя, конечно, обезвожена. И я хочу сказать, что это спасение, это полный эксклюзив, 119 натуральных компонентов. И самое главное, Надюш, посмотри, цена обусловлена его двойным объемом. 80 миллилитров. Да, чтобы понять, насколько он увлажняет, давайте посмотрим, у нас подготовлен ролик. Это не обычный эксперимент, потому что мы увлажняли с вами уже сорванную вишню. Посмотри. То есть это плод уже засох. И мы нанесли на него небольшое количество нашего чудесного крема. И что? Через час мы получили с вами сногсшибательный результат. Разгладилась даже сорванная вишня. Вишенка, кожура. Посмотри. Такое ощущение, Тань, что крем отдал вроде как свою воду, отдал, передал вот этому фрукту. Потому что она, посмотри, вот мы с вами видим, какая это текстура влажная, просто проникающая, не содержит масел. Посмотри, я впервые сталкиваюсь и с таким цветом, и с такой текстурой. Поэтому на сегодня это мой фаворит. Это выбор меня, как эксперта, просто поражает. Угу. Потому что моментальное увлажнение мы сейчас вам продемонстрируем. И разглаживание, и лифтинг. Да. И несколько сразу влияний. Посмотри. Давайте посмотрим сейчас на руке. Вот такой лопаточкой мы с вами разносим его. Посмотрите, почему не рукой? Почему не Потому что наш крем, мы с вами заявляем, не содержит абсолютно никаких консервантов, никаких химических добавок. Он на 100% натуральный. 119 компонентов, природных компонентов. Вот такими, еще раз повторюсь, лифтинговыми, нежными движениями мы снизу вверх приподнимаем наши ткани. Входит такой микромассаж и входит все эти компоненты. Оставляем действовать вот в таком виде и сравниваем. Давайте вот, посмотрим. Пожалуйста, сравните. Вот мои две ручки. Да, да, Таня только видим. Что приехала с отпуска, у нее кожа немножечко сухая, как папиросная. Конечно, вот бумага. Они морщинки на моей левой руке, и вот правая вся увлажнена и подтянута. Посмотрите. И нет уже черного цвета. Мы заявляем вам, что на коже вашей черный цвет исчезает и остается только влага. Увлажнение. Глобальное увлажнение. И это увлажнение, что значит увлажнение? Давайте вспомним. Сухая кожа.
сухая кожа равно старая кожа. Согласитесь, на сухой коже заламываются морщины. На сухой коже появляется шелушение, покраснение, неровности, тусклый цвет лица. Вы загораете неравномерно, появляется пигментация. И сухая кожа прибавляет вам 10-20 лишних лет. Как себя омолодить? Правильно, глобально увлажнить. Но мы предлагаем, в косметологическом кабинете вам предложат уколы гиалуроновой кислоты. Мы же предлагаем вам крем-гель, который наносится легко и впитывается мгновенно, напитывая вашу кожу жизненной влагой. Давайте проверим. Конечно. На нашей Ирине. Наша модель, ей 47 лет, имеет абсолютно сухую кожу, у ней такой тип лица. И мы сейчас с вами, она, кстати, у нас проводила тоже участие в эксперименте. С мая она этого года использовала этот крем. И сейчас мы в прямом эфире с вами показываем. Вот мы с вами, смотрите, вот одним концом лопаточки мы нанесли, да, а другим я с вами, посмотрите, делюсь секретом, как нужно правильно разносить вот так, нежно, лопаточка. И сразу массаж, да, получается. Она силиконовая. Вот такими восходящими лифтинговыми движениями мы наносим. И в прямом эфире мы с вами увидим молниеносный эффект. Да, на нашей вот модели подтяжка, разглаживание морщин. Не забываем про лобик, не забываем про глазки. Я хочу сказать, крем универсальный. Его наносим два раза в день, утром и вечером, на хорошо очищенную кожу. И результат, вот он, на лицо. Посмотрите. Да, смотрите внимательно. У нас сейчас есть возможность сравнить левую и правую стороны. Какая напитанная кожа. Она сияет, она лоснится. Она живая. Под глазками здесь много мимических, сухих морщинок. Здесь эти морщинки разгладились за счет того, что пролился душ всех 119 антиэйдж компонентов. Посмотри, здесь у нас носогубка, да, практически ее нету. Нету. Вот. Мы видим морщинки. Ирочка, посмотри, наморщи лоб чуть-чуть. Вот, нет ботокса. Вы скажете, я не верю, такой натянутый лоб. Все, хватит, мы видим. Посмотрите, лоб словно после операции, после укола ботокса. Но на самом деле это действие крема. Да. Только крем здесь, на нашей коже. Кожа напитанная. Посмотрите, вот мой любимый тест, как ты говоришь, упругая кожа. Несмотря на то, что у Ирины очень сухая кожа. Итак, наши клинические эксперименты. В ходе них мы установили, что убираются морщины. Посмотри, вот они морщины. Наносим лопаточкой, разглаживаем другой стороной. Засекаем время 30 минут. 30 минут мы гарантируем все ваши морщины, куда исчезают. Они разглаживаются. За счет абсолютного лифтинга, глубокого увлажнения, лицо сияет, текстура кожи изменяется, носогубка. Опять наносим одним кончиком, разглаживаем другим кончиком лопаточки лифтинговыми движениями. И что 30 минут носогубка исчезает. У нас исчезает, да. Ну, это и понятно, потому что на сухой коже морщины заламываются, становятся глубокими, заметными. И обратите внимание, что мгновенный результат. Самая такая уязвимая область – это глаза. На глазках как мы работаем? Вот. У нас гусиные лапочки, мешки под глазами, опять на эту область, нанесли наш волшебный крем. Посмотрите, и на верхнее веко, да, мы тоже его наносим, там тоже есть проблема. Итак, 30 минут мы видим, засекаем 30 минут, и гарантированный результат – разглаживание всех морщин. Не ищите больше нигде. Мы дарим вам возможность протестировать на себе компанию Neogen, которая представляет Black Volume Cream, помогающий вам избавиться не только от сухости, но и от признаков старения, который осуществляет лифтинг, подтяжку, питание, увлажнение. 119 натуральных компонентов.